Максим Ефимов 3 года назад вместе с друзьями пришел в авиамодельный кружок из любопытства. И теперь он готов бывать здесь хоть каждый день. Первые свои модели Макс сделал из бумаги, попутно изучая строение самолета. Вот это основная часть, на которой находятся все элементы нашего самолета. Значит, называется фюзеляж. Дальше у нас идет основная деталь, самая большая, крупная – крыло. Потом идет стабилизатор, который стабилизирует нашу модель в полете. Есть у нас еще вертикально располагающая деталь – киль. Киль у нас стабилизирует модель продольной устойчивости. Только после того, как получены основные знания, ребятам доверяют делать модели из дерева и даже пластика. Сначала Максим, так же, как и все остальные, создавал свободно летающие модели, которые запускают руками, потом кордовые, летающие по кругу на стальных тросах, и затем уже радиоуправляемые. Как говорит преподаватель, все это под силу только тем, кто хорошо учится в школе. Очень хорошо знать математику, геометрию, то есть все эти предметы нам очень-очень сильно пригодятся. То есть надо будет сделать расчеты, начертить чертеж. С чего начинается модель? Всегда с чертежа. После того, как авиамодель готова, надо пройти летную подготовку на специальной компьютерной программе. Только через 10-12 часов виртуальных полетов преподаватель доверяет пульт авиамоделисту. Это у нас ГАЗ. Он отвечает за скорость самолета и сам человек должен регулировать газом. Это руль поворота. Он отвечает за право и лево. Это руль высоты. Он отвечает за высоту и за низ самолета. Последние 4 месяца Максим работает над своей самой большой авиамоделью, с которой собирается выступать на соревнованиях. Этот самолет считается электроплайнер, который взлетает на высоту. Нужно мерить высоту глазами. Взлетаешь на высоту, там он у тебя, потом выключаешь двигатель, самолет начинает планировать. Нужно летать как можно дольше, сколько позволяет сам самолет, пока он не упадет. Та авиамодель, которая дольше всех продержится в небе, победит на соревнованиях. А это и есть заветная мечта юного пилота Максима.